Всем привет! Это опять ответы на вопросы. Вот они, палочки, которые, я так сказать, рекомендую. Делают их для работы. Вот, палочки для кутикулы написано. Вот такие вот они красивые. Из них можно наделать дешевых пробойников. Выпускает их, как мы видим, Корея. Вот. Я решил уже снять. Вот в таких наборчиках продаются. Цена вопроса таких пробойников. Вот 10 штук стоят целых 60 рублей. Я думаю, такие наборчики найдут своих покупателей не только среди тех, кто делает маникюр и педикюр, но и среди тех, кто занимается и кузовщиной, и беспокраской. Так что вот как бы такое коротенькое видео, как они выглядят, как они продаются в любых магазинах, которые связаны с теми, кто занимается косметологией там и прочим. Вот в таких магазинах вот такие палочки можно поискать, купить. Вот. Всем удачи, пока-пока. Задавайте свои вопросы, если кому что не ясно. Буду отвечать.